Здрасте, зрители и подписчики на канал, на канале Джеку Форс, здрасте. Так, это наш Форт Чудес. Смотрите, друзья мои, сейчас пока трансляция не будет, и я не знаю, опять какая-то ерунда произошла. Все было нормально, а потом что-то было ненормально. Короче, вот в таком формате будем с вами, как говорится, работать. Если кто хочет поддерживайте. Вне стримов, вне видео, потом я это делаю все просматриваю. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире Капитал Шоу Поле Чудес. Первая тройка. Ну, здравствуйте, меня не торгаюсь. А вот задание на первый тур. Китай, не пройдя через это, женщина считается психически неполноценно, непонятно. Короче говоря, сейчас смотрите. Так, сейчас. Вот тут два доната. Да, Я знаю, что девочка, и прям тут. Спасибо вам за донат, спасибо. Спасибо за донат, спасибо. Ну, привет, спасибо. Привет, это тебе. Всем привет. Ну, вот таким вот образом будем, друзья мои. Ну, это не вижу, время, это видео было, ну, спасибо. Так, поехали. Это 400 очков. Сейчас дам букву А. Удачного стрима. Накройте нам букву А. Ну, это все за стрим, как бы. Ну, вращайте барабан. Вернись, там называть. Тысяча очков, буква. ПП. Гениально. Неверно. Неверно. Прощайте, браво. Это надо играть. Ноль. У вас ноль. Прощайте, браво. Инга Константиновна, 400 очков, буква. 400 очков, буква. Буква Н. Нет. Неверно. Неверно. Ну, прощайте, браво. Здесь что пройти? 400 очков, буква. 400 очков, буква... Буква С. Откройте букву С. Да, наверное, понадобится все-таки приехать. 600. 600 очков, буква... Кишек есть Е. Откройте. Откройте. Вращайте, пожалуйста, барабан. 350 очков. 350 очков. Буква И. Да кто ж будет спорить с этим? Такой буквы нет. Блин, да что ты. Прощайте, барабан. Да, в Китае. 800 очков. Буква Р. Такой буквы здесь нет. Так, дальше поехали. Прощайте, пожалуйста, барабан. 800 очков, буква. 800 очков, буква Т. Ну, слава богу, наконец-то! Откройте нам букву Т! Откройте нам букву Т. Прощайте, барабан! Восемьсот очков, буква... Хо-хо! Откройте букву О! Замужество. Что, будете крутить? Ну, я рискну назвать слово это за... Ну, замужество. И вы абсолютно...
Нет, я не готов, говорит, смотрите. Ну вот так вот. Первый финалист есть, наверное. Так и подошел получился, да. Вторая трек, друзья мои. В эфире Капитал Шоу Поле Чудес. Вторая тройка. Вот задание на второй тур. Прощайте, барабан. Это хитроумное приспособление было избрано журналистом Forbes как один из 20 лучших инструментов в истории человечества. 500 очков, буква. Ну, буква К. Ну вот, откройте букву К. Прощайте, барабан. Ну, 1000 очков, буква. 1000 очков, буква. Буква. Такой буквы нет. Это не кабук явно. 750 очков буква. 750 очков. О. Откройте букву О. Будете барабан вращать? Ну, я могу предположить уже крючок. 600 очков буква. 600 очков. Буква. Р. Ой. Откройте нам букву Р. Будете вращать барабан, назвать слово сразу. Ну да, там каменные крючки, по-моему, были. Буква. Букваю. От, молодец. Откройте. Три правильно угаданные, две шкатулки. Вам право на две шкатулки. Две шкатулки. Ну, давайте все-таки левую давайте. Левую. Есть. Не 30 правильно подсказано, но это было неправильно. Левую, есть. Я назову слово. Да. Это крючок. Давайте. Что не попадись на крючок. Ну вот так вот, друзья мои. В эфире третья тройка. На третий тройку. Вот задание на третий тур. Блин, где такие? Видите, он что, беременный? Человек, который живет трудом. Ой, вот. 550 очков. Какой? Такой буквы здесь нет. Ну, вращайте барабан. Ну сейчас, да, сейчас это советское будет. 450. Я уже догадываюсь, многие чуть такое. Ой! Откройте букву У. Ну, естественно, видите, так. Ну, вращайте, брать. Давайте, давайте помогу. 400 очков буква. 400 очков. Да. Буква. Просто замечательно. Откройте нам букву Т. Вращайте, пожалуйста, барабан. Пятьсот очков, буква. Блин. Угу. Откройте нам букву Н. Ну, я говорю, откуда это? Три правильно угаданные буквы
право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам? Есть! Надо же, просто сунул. Браво. Две шкатулки. Прощайте, пожалуйста, барабан. Ага. 750 очков в букву. 750 очков. Е. Открыть. Открыть. Не надо, ты. Будете вращать барабан, давать слово сразу. Ну, вообще удвоение очков будет. Было бы здорово. 400 очков. 400 очков. С. Буква. Цепка. Я поражен. Откройте. Откройте. Назовете слово целиком? Ну, давайте еще повращаем, потому что надо быть тоже. 150 очков. 550 очков. Да. Категория Д. Да. Откройте букву Д. Откройте букву Д. Три правильно угаданные буквы. Да опять две шкатулки. Да просто. Две шкатулки в студию. Видите, как говорится, все время потянуть. Левую, правую, какую вам шкатулку? Вот эту. Ну, я. И вот здесь она была. Да. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Ну, это же очевидно, это не я ведь. Точно! Ну это еще в советское время было. И хорошо, я забыл, что ты мне оценил, не кажется, знаете. Типа того. Финал! Прошу! Финал, прошу! Вот задание на финальный тур. А че на это? Ну, вращайте барабан. Пользоваться в качестве питейного. Ну че, в качестве туалета, что ли? Так, 600 очков. 600 очков. Буква. Неверно. Крутите барабан. 350 очков. Блин. Такой буквы нет. Крутите барабан. 750 очков. 750 очков. Буквы нет. Неверно. Прощайте барабан. 600 очков. Буква. Р. Нет. Неверно. Вращайте, да не знаю, вообще что-то. Сектор плюс на барабане первого. Сектор плюс на барабане. Откройте. Первого. Крутите барабан. 600 очков. Буква. Букву. Не, ну там напрашивается букву. Серьезно. Будете крутить барабан? 450 очков. Буква. 450. Буква С. Замечательно. Нет. Неверно. Нет. Что, будете крутить? Ну что, давайте... Не знаю, может удвоение. 500 очков, буква. Пытаемся. М. Что? Такой буквы нет. Будете крутить барабан? 850 очков, буква. Буква Т. Нет, неверно. Будете барабан вращать? Использую скачки пяти, но он надо. Не прикатить, прикол. Что, будете крутить? 750 очков, буква. 750 очков. Эл. Да
Такой буквы здесь нет. А почему ее нет, блин? Будете крутить барабан? Выдвоение очков. Все вот оно. Буква. Сектор призовой можете на другое дело совершенно. Откройте нам букву А. Ну сейчас будет бешеное количество что ли, а? Будете барабан вращать? Кубышка? Ну что, серьезно что ли? Буква В. Откройте! Назовете слово целиком? Да не хватает очков, я говорю, не 350 очков. Ой. Гениально. Откройте! Да я не знаю, что это вообще... Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию! Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Вот здесь. Опять не угадал. Не угадали. Угу. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Давайте повращаем барабан. 600 очков. 600 шан. Очков. Буква. Шипы. Кубышка. Абсолютно точно! Ну я верю. Верю. Мы потом начали, по-моему, хранить деньги или что-то в этом роде. Да, перед нами победитель. Это шоу получилось. Дама с собачкой, поздравляю. В эфире капитал супер игра. Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. Вот задание на супер игру. Я разрешаю вам открыть любые шесть. Гражданин, не имеющий имущественную лицензию. О. Где? Где? А? Да? М? Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. Минута пошла. Пролетарий, да, вот, да, пролетарий, точно, я вспомнил, подсказ, спасибо, Богу, вот так вот, пролетарий, друзья мои, вы выиграли супер-игру, облетел главный, да, действительно, облетел главный, да, да, настоящий, благодаря рынку, и получайте, чайный сервис, да, спасибо. На этом мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Да, друзья мои, на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Спасибо за донаты. Будем тогда в таком формате. Прямо.